Тяга к техническим наукам, таким как физика и начертательная геометрия, принесла свои плоды. Иван Попов закончил нефтехимический техникум, а после устроился сюда, в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию. Ему предстоял долгий и тернистый трудовой путь. 2 года он проработал оператором установки депарафинизации масел, потом год армии и возвращение на завод. На должность заместителя начальника установки был поставлен, ну, прежде всего, это, наверное, за отношение, за добросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей. Плюс параллельно, когда уже вернулся после армии на завод, принял для себя решение, что останусь работать на этом предприятии надолго. Сейчас Иван Попов – заместитель начальника установки гидроочистки L24-6. На ней производят дизельное топливо по высшему экологическому классу 5. В подчинении у Ивана Попова 38 человек. Должность очень ответственная – контроль за работой установки и за занятостью персонала. Работать нравится. Нравится то, что она не имеет какой-то рутинной основы. Постоянно совершенствуется процесс, совершенствуются и мы. Таким образом, то есть на работу хочется ходить каждый день. Таких ответственных работников, как Иван Попов, на заводе 3500 человек. И всех их отличает грамотность и трудолюбие. Оно и понятно, профессия нефтяника обязывает. Она одна из самых уважаемых, а отраслевой праздник давно стал всенародным. Проходит он в первое воскресенье сентября. В этом году он выпал на 3 сентября. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности хочу пожелать своим работникам успехов в трудовой деятельности, счастья, здоровья, трудовых достижений и безаварийной работы. С праздником!